Руководитель госжилинспекции Московской области Вадим Соков провел брифинг для средств массовой информации Подмосковья. Он рассказал об основных итогах деятельности надзорного ведомства в 2016 году. В уходящем году, по словам Вадима Сокова, в Подмосковье увеличилось число инспекционных проверок. Контролю подверглась деятельность почти 93 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выдано около 13 тысяч предписаний и штрафов на сумму более 300 миллионов рублей. Кроме того, недобросовестных управляющих компаний стали лишать лицензий. Мы сделали систему именно лицензионного контроля. У нас второе дело уже находится в суде. Значит, третье дело в январе мы подаем на аннулирование третьей лицензии. Поэтому мы создали систему и, самое главное, показали другим нерадимым управляющим организациям о том, что если они плохо работают, то наказание будет одно – это аннулирование действия лицензии. Также в уходящем году продолжилась положительная динамика возврата денег жертвам незаконно начисленных жилищно-коммунальных платежей. Общая сумма произведенных перерасчетов составила 336 миллионов рублей. В 2017 году госжилинспекция приложит все силы для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан. Анна Троян, Люберецкое районное телевидение.